Спасательная станция. Именно здесь каждую неделю собираются представители различных ведомств. В центре внимания детям, которые отдыхают на городских пляжах в одиночку. Но тут на пульт спасателей поступает информация о пьяных дебоширах на Зашексинском пляже. Участники рейда отправились туда. Нетрезвая парочка плескалась в воде, когда на берег вышли полицейские и спасатели. Молодые люди с трудом стояли на ногах, но уверяли, с ними ничего не случится. Ну, мы даже не плавали. Не плавали, просто купались. Потому что мы знаешь, не... вода пьяных не любит. Да. Знаешь? Или забыл? Да. Я могу хоть в каком состоянии приплыть эту реку. Не можешь ты в таком состоянии, не можешь. Не утонуть. Все. Оля, помолчи, пожалуйста. Ты знаешь, сколько таких было шустрых, которые хотели эту реку переплыть и остались в этой реке? Ну, я знаю. Шумная компания привлекла внимание и других череповчан, которые решили провести время на пляже всей семьей. Часто такие кадры попадаются здесь, на пляже? Да я бы не сказал. Ну, как правило, под вечер в основном такие уползают. Днем так спокойно, тихо, всем хорошо, никто не жалуется. А это уже Ломоносовский пляж. Эта женщина, по словам спасателей, под палящим солнцем пролежала долгое время. Отдыхающие сообщили, дама употребляла горячительные напитки. О том, что выпивать на берегу реки запрещено, череповчанка не знала. Это в КОАПе написано. Ну, а вот тогда, может, трубочку, может, тогда еще проходную будет, чтобы дышать к вам. Правильно ведь? Ну, зачем проходную? Может, вы еще сделаете алкотест, ну, вот чтобы на пляж? Людей, они, то есть, а я кому-то трепло. Мешаю? Этот мужчина с полицейскими был любезен. Спастись от жары он решил в кустах. Его одиночество скрашивала банка пива. Перегрелся, пойди домой, наверное. Хватит. Все, давай, собирай вещи, иди домой. Что-то тебе уже совсем плохо. Все. Перегреешься, наверное. Носки одеваю и пошел. За появление в общественном месте в состоянии опьянения грозит штраф 500 рублей. Но это не самое страшное, говорят спасатели. После стаканчика другого людей так и тянет на приключения, которые могут привести к непоправимым последствиям. В состоянии алкогольного опьянения человек, в общем-то, не может рассчитать свои силы. И, то есть, пытаясь куда-то заплыть далеко, то есть, конечно, сил не хватает, он утонет. То есть, он переоценивает свои возможности. Ну, во-вторых, это, то есть... Могут быть какие-то сердечные заболевания, то есть когда происходит остановка сердца. А вот юных череповчан без присмотра взрослых сегодня в акватории Череповца не оказалось. По словам родителей, они не отпускают своих чад на пляж одних. Постоянно провожу работу, что без моего разрешения он не должен выходить, на речку приходить. Он должен быть только строго со мной и ходить в воде, чтобы я его всегда наблюдала перед собой. А так, чтобы он куда-то отошел, если он даже туда пойдет, он должен предупредить меня и сказать, что он туда-то пошел. С начала купального сезона череповецкие спасатели вывели с городских пляжей 178 детей, которым еще не исполнилось 14 лет. С каждым ребенком провели профилактическую беседу. Почти три десятка родителей получили штраф. Татьяна Жданова, Егор Плюснин, новости.